«Дари радость на Рождество». Так в этом году назвали традиционную благотворительную рождественскую акцию волонтерского объединения «Радость моя». Подарки и адресную помощь получат не только дети с ограниченными возможностями, но и одинокие пожилые люди и военнослужащие. Для организации праздника волонтеры собирают пожертвования в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза» весь декабрь по пятницам и субботам. У них на плакатах есть QR-код, по которому можно безналичным способом сделать пожертвование на расчетный счет. Вот по разным направлениям. Либо помощь детям, это слово «Рождество», либо помощь военным, нашим воинам, либо помощь на продукты одиноким пожилым людям – это слова «десница помощи». В рамках проекта «Десница помощи» одинокие или малоимущие пенсионеры раз в месяц получают продуктовый набор на 4000 рублей. Сейчас у волонтеров 3 подопечных. Список нуждающихся будут расширять. Детей с ОВЗ поздравляют на общем празднике или на дому Дед Мороз, Снегурочка и сказочные звери. Они дарят подарок, проводят игры, мастер-классы, показывают вертепные представления. Сейчас в списке таких семей порядка 160. Я хочу обратиться к тем семьям, которые про нас еще не слышали, не знают, но они хотят, чтобы к ним пришел бесплатно Дед Мороз с группой веселых друзей и зверей, вот, то, пожалуйста, звоните. В поздравительную бригаду входят Дед Мороз, Снегурочка и добрые лесные звери. Они приходят, играют с детьми, они с ними водят хороводы, отгадывают загадки, там, стихи. Деньги, переведенные для бойцов СВО, пойдут на пошив одежды и обмундирования, на закупку необходимых вещей. Также для военнослужащих на фронте важно получить частичку тепла из дома. Поэтому саровчанам предлагают сделать различные ручные изделия и сувениры. Письма, рисунки, маленькие вязаные игрушки, открытки. Для участия в акции «Дари радость на Рождество» приглашают новых волонтеров. Они могут сразу же включиться в работу. Они могут включиться как автоволонтеры. Вот сейчас, например, сбор средств идет, да? Ящики, куда денежку люди жертвуют, их нужно привезти в торговый центр, увезти оттуда. Это несложная работа автоволонтера, но ответственная очень. И в бригады тоже, если у кого-то есть артистический талант, кто очень любит детей, хочет помочь, пожалуйста, мы приглашаем. Акцию «Дари радость на Рождество» организует Саровское благочиние, волонтерский центр «Радость моя», творческие объединения «Мир» и «Своим» при поддержке Департамента по делам молодежи и спорта и Управления социальной защиты населения. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.